Здравствуйте, Константин. Очередное видео про ваши переходнички. КПН запрограммирован 2,8-22. Фокусная 120 мм. Кстати, в группе есть таблица пересчета с широкоформатных объективов на узкий формат. Как обычно, обращайтесь очень аккуратно, вытаскиваем. Вот одуванчик целый. Вот переходничок М42 Nikon. Так же, как и в вашем переходнике, здесь нет стопорного винта. Поэтому старайтесь не перекручивать, чтобы не сломать винтик. Вот, до стопорного отверстия повернули, защелкнули и все. Тут запрограммировано под Юпитер. От 2 до 16. И фокусное расстояние 85 миллиметров. Вот, аккуратно вытащили. Теперь очень важный момент. Пока у меня закончились крышки с логотипом, я вам одеваю крышечки советские на Nikon. Они сидят плотнее, но и с ними нужно обращаться очень аккуратно. Вот, смотрите. Поймали вот это положение, чтобы не сломать одуванчик. Вот. И повернули. Также потом повернули в обратную сторону и очень аккуратненько сняли. Крышки чуть-чуть ниже, чем стандартные никоновские. Вот видите. Главное поймать вот это положение, в котором контакты одуванчика не пострадают. То же самое и для КПН. Поймали вот это положение, повернули против часовой стрелки. Потом по часовой стрелке снова повернули. Аккуратно подняли. Все, одуванчик целый. Вот. Сейчас я вам упакую и сегодня все отправлю. Спасибо за внимание.